Более 44 миллиардов рублей выделено на строительство двух универсальных атомных ледоколов. Соответствующая расходная статья включена в проект главного финансового документа страны. Незамерзающий Кольский залив дает перспективы на прибыль, поэтому транспортная линия активно развивается. Федеральное правительство готово оказать серьезную поддержку финансированию Северного морского пути в ближайшие 3 года. В рамках такого направления предусматриваются бюджетные ассигнования не только на строительство атомных ледоколов, но и на развитие инфраструктуры морских портов в целях увеличения грузопотока по Севморпути.